Стелу памяти сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебного долга, открыли в Автозаводском районе. Торжественное событие прошло в День памяти и скорби. На траурный митинг собрались представители управления МВД России по Нижнему Новгороду, члены общественного совета, ветераны отдела полиции номер 1, родственники погибших, а также ученики кадетского класса школы номер 12. Вот сейчас поставили эту стелу. Конечно, это очень много стоит. Ребятишки мои, конечно, все мы семьи погибших, очень гордимся своими мужьями и сыновьями. Вечная им память. Прошу почтить память погибших минутой молчания. Под торжественные звуки оркестра полицейские и родственники открыли мемориал и возложили цветы. Открытие стелы погибшим сотрудникам Автозаводского райотдела, которые тяжелую минуту не дрогнули, выполнили свой долг до конца. Поэтому это очень важно помнить, очень важно, чтобы молодые сотрудники воспитывались на подвигах наших боевых товарищей. Такие мероприятия способствуют патриотическому воспитанию молодого поколения и символизируют гражданское единство полиции и жителей района. И то, что сегодня открыли такой мемориал, это еще раз подтверждение того, что мы вместе с нашими сотрудниками полиции. Поэтому у нас все будет хорошо, мы сделаем то, чтобы самой безопасной территорией города Нижнего Новгорода была территория Автозаводского района, 4-я часть города.